Прошу прощения, можно у вас зажигалку попросить? У вас не работает. Хотите, я вам свою подарю? Я и так попросил, просто чтобы разговор как-то завязать. Да не уходите, я не приставать познакомиться. У меня проблема. Не знал, к кому еще обратиться. Я видел жука на кухне. Он лежал на спине и не мог перевернуться. Боюсь, у него какая-то беда. Кажется, нечетное количество ног. Около 5. В остальном с ним все в порядке. Но вот он лежит на спине и трепыхает нечетным количеством. Ну и что же вы сделали? Пока только сфотографировал. А помочь перевернуть? Я как раз и пришел спросить, чем тут можно помочь. Да и нужно ли помогать? Я понимаю, что он в затруднении. Но ведь я тоже. Так он так и лежит там? Да, наверное. Это здесь, за забором, на кухне. У меня в этом, прости господи, гестхаусе море за забором. Помогите мне. Ну, пойдемте. Понимаете, Лаура... Я не Лаура, если что. Я знаю, но Лаура... Да ведите уже, ведите. Фонарик садится. У вас есть? Нет, у меня только игрушечный светофор. Включайте. Так в чем же было затруднение? Лаура и Акоп. Это хозяева. А, Лаура. Я, да, это хозяева. Я у них снимаю. Вы думаете, они будут против? Да, боюсь, это они и есть. Мы только что выбросили их траву. Их? По-моему, это был один жук. Да, я читал, что такое бывает. Днем хозяева, обычно разнополые, типа людей, а ночью один целый жук. Как бы две фазы. У людей такого вроде не бывает, а у хозяев редко, но случается. Ничего не поняла. Я все могу объяснить. Это как у чисел. Вот, например, 6. У 6 есть фаза шестерки. А другая фаза, это, например, 4 и 2. Скажем, 6 как номер порядковый или 6 как шестая степень. Ну там 3 в шестой, 2 в шестой. Это именно 6, жук. А 6 как сумма слагаемых, это может быть 4 и 2 или 3 и 2 и 1. Понимаете, типа Акоп и Лаура.
Мои хозяева не всегда являются суммой окопа и лауры. По ночам они могут быть просто жук. То есть я не уверен, что это именно тот случай. Но такое вполне возможно. И мне показалось, что так и есть. А почему вам так показалось, что это именно тот случай? Не знаю. Что-то странное было в них с самого начала. Я, понимаете, я видел, как они моют полиэтиленовый пакет после дождя. Это было похоже на свадебный танец. Потом еще этот жук с нечетным количеством. Вы не похожи на обычного отдыхающего. Как вы вообще тут оказались? На работе сказали, что мне нужно провериться. Ой, то есть проветриться. А кем вы работаете? Это очень долгая тема. Мне бы не хотелось отвлекаться, боюсь сбиться с мысли. Хорошо. Ладно. Так вот эти нечетные ноги, вы из-за них решили, что все так сложно обстоит? Если честно, я пока не вижу тут связи. Знаете, у людей тоже может быть нечетное количество ног, если оторвать, например. Это обычно значит, что с человеком или жуком что-то случилось, а вовсе не вот эта вся математическая аномалия, про которую вы тут толкуете. Да, да. Не значит. Но тут уж слишком много совпадений. Вы бы видели, как они отмывали полиэтилен. Сначала мне показалось, это похоже на какой-то обряд. Но потом я понял, что они делают это с каким-то уж слишком будничным видом. Такая не то что бытовая, а скорее медицинская процедура, в которой каждое движение важно. Вы когда-нибудь видели, как бабочка заворачивается в кокон? Вот примерно такое же отношение к делу. Я тогда еще подумал, что может быть они насекомые? В таком случае, почему говорящие? Почему комнату мне за деньги сдают? А потом увидел того жука, и все сложилось. Хорошо. А кроме чисел и хозяев, вы знаете еще существ, которые могут быть то одним, то слагаемыми? Точно не знаю. Вроде бы дождевые черви могут, но у них это как-то по-другому. Я в детстве пробовал. В детстве пробовали что, разложиться на слагаемые? Нет, червяка разложить, чтобы он стал двумя червяками. Но это другое все же, чем из окопа Лауры стать жуком. И потом я не уверен, может ли червяк снова преобразоваться из двух в одного. Числительные вот могут. И окопа Лаура... Числительные могут? Числительные могут. Окопа Лаура, наверное, тоже, если мы только с вами не повредили их слишком сильно, когда выбрасывали в траву. Немного боюсь завтрашнего дня. Завтра все выяснится. Я же не знаю, как такие организмы устроены. Вдруг мы их убили? Это ж как человека убить, даже хуже. Даже хуже, чем двух. Не думаю. Надеюсь, вы мне потом все расскажете. Ведь мы можем еще увидеться. Я не напрашиваюсь, просто ведь тут все рядом. А вы не можете со мной до утра посидеть? А то мне как-то не по себе. У нас там во дворе замечательная скамейка есть. Я могу поспать там, а вам уступить свою кровать. Хоть это и не гигиенично. Не гигиенично? Извините, нет. Я вообще-то с ребенком приехала. Он спит, проснется, меня не будет. Испугается. Ну ладно, доброй ночи. Привет ребенку.
А вы придете сюда завтра? Не знаю. Но где-то мы точно встретимся. Здесь не так много мест, куда пойти. Мы с сыном, кроме моря, еще ходим смотреть фауну. А как вас зовут? А вас? Я здесь. Никита. Никит, смотри, как дядя хорошо корову крысует. Ух ты. Видишь, красота какая. Прям как настоящая, да? Это теленок. Красиво, да? Так вот в чем дело, значит, вы художник? Нет, я дальтоник. А рисование это так, хобби. А я вот специально искал фауну, чтобы вас встретить. Ладно. Что-то не очень выходит. Потом дорисую. Давайте лучше их покормим. Ну как ваши хозяева? Живы? Да-да, только теперь, кажется, смотрят на меня как-то косо. Ну это уж, знаете, может у них свои какие проблемы. А может и так, только они мне кофе сегодня не предложили. Обычно всегда предлагают, когда сами пьют. Это, мне кажется, тревожный знак, что еще вчера предлагали, а сегодня нет. Вы думаете, это значит, что ночью они были жуком? Я пока не вижу логики, ведь мы же их, его, спасли, по сути-то. Я могу все объяснить. Нет, давайте в другой раз, нам обедать пора. Стойте! Стойте! Еле догнал. Еще минуту. Мне просто некому больше сказать. Понимаете? Они могут быть опасны. Боюсь, мы с вами вчера сделали большую ошибку. Какую ошибку? Мы с вами ничего такого вчера не сделали, даже за руки не подержались. Я не про то. Ну зачем вы смеетесь? Мы перевернули окопа и Лауру, выкинули их за забор. У них в культуре к таким вещам очень плохо относятся, когда хозяев за забор отправляют без спроса. Тем более, они восточные люди, то есть не люди, а хозяева, но восточные. У них принята смертная месть. Мы хотели их спасти, но они могли не понять. И теперь плохое против меня замышляют. Мама, мама. Это потому, что я вас тогда послушал. Не надо было трогать. Послушайте, они пока всего лишь не предложили вам кофе. И мы не можем быть уверены, что это они ночью были жук. Даже если они жук или число, они должны вас понять, что вы хотели как лучше. Мама, мама. Поговорим позже. Вот увидите, они не будут мстить.
смотрю, они тоже, они на воду холод, я слышу, она вот, вкусно. Хоть у ветер холодца, то ведь хоть его цинкяви. Господи, помилуй, сенсе. Батюшки, не может быть. Неужели вы, как все нормальные туристы, пришли загадать желание и повесить ленточку? Нет, нет, я в этом, видимо, не силен. Сколько я не загадывал желаний, никто их так и не отгадал. Странно. Приходят, желают чего-то. Кто-то верит, что водопад исполняет желания, кто-то не верит. А ведь можно проверить очень просто, прямо на месте. Достаточно загадать, чтобы вода потекла вверх. Вы не поверите, но я нашел здесь кофейный ларек. Наливают капучино, американо, вам принести? Американо, если не трудно. А знаете, вы напоминаете мне один анекдот. Как поймать в клетку льва? Очень просто. Приезжаешь туда, где есть лев, ставишь там клетку, заходишь в нее и инвертируешь пространство. А почему вы думаете, что это анекдот? Я согласен, этот метод немного устарел, в большинстве современных ситуаций уже не работает. Но это скорее недостаток новых тенденций. Никита, привет! А где мама? Да там, у костра. А ты чего не спишь? А это еще не ночь. Просто мы на юге. Я не сказал самое главное. Они опять мыли полиэтилен. А ведь дождя-то больше не было. Фух. Никит, пойди поиграй еще с мальчиками. Thank you.
папа, краб. Оденься потеплее. Сейчас холодать начнет. Ау! Папа, папа, краб. По одной из версий, папа превратился в краба. То, что Никита тут папу все время ищет, ну, это потому что последний раз мы видели его здесь, 3 года назад. Самого папу он не помнит, маленький был еще. Но помнит, что папа был, и море помнит. Мы тогда приезжали, так сказать, отдохнуть всей семьей. А что случилось? Точно неизвестно. Никита думает, что папу унесло в море. Но не в смысле, что утонуло, а в смысле, как на другую планету, откуда можно вернуться. А я не знаю. Ему как-то тяжело давался отдых. Однажды он пошел прогуляться без нас, порыбачить. И, наверное, загляделся на волны. Ему тот буёк красный особенно нравился. В общем, больше мы его не видели. Думаю, он просто устал от нас и официально пропал без вести. Он и раньше так делал, только неофициально. И ненадолго. Я не сержусь, нам действительно легче друг без друга. Мы пойдем смотреть фауну. Можно вместе. Уже которую ночь я просыпаюсь от укусов. Очень больших, как будто это какие-то гигантские комары. Сетку поставить не пробовали? В том-то и дело. Сетка есть. Раньше помогала. До той ночи. А с тех пор, как мы их его выкинули, ну, Акопа и Лауру, жука, с тех пор сетка перестала помогать. И укусы гигантские. Это точно они. Они мстят. Они могут быть не только жук. Любой экземпляр живого может оказаться их слагаемым. Гигантский комар, например. Кусательный яд накапливается. Вот вы смеетесь, а я говорю о постепенном убийстве. Если они такой гигантский, то как проникают сквозь сетку? Они ее инвертируют. Инвертируют? Ой. Да, похоже, что инвертируют.
Странно. Тут коровы только на прилив приходят. А когда отлив, ни одной не видать. Я могу объяснить. Коровы воспринимают волны как себе подобных. Это такой инстинкт, тянуться к стаду. Или как у собак. Одна выбегает, и все туда же. Впрочем, возможно, это наоборот. Волны тянутся к коровам, как к себе подобным. И получается прилив. Но волны, если уж на то пошло, больше похожи на барашков. Ну, по крайней мере, так называют. Что же это, коровы к волнам тянутся, что ли? Я все могу объяснить. Конечно, можете. Когда вы говорите «я все могу объяснить», я не сомневаюсь, что у вас будет интересная версия. А вот когда то же самое говорил мой муж, мне почему-то сразу становилось очень скучно. И это я тоже могу объяснить. Конечно. «Я все могу объяснить» — это фраза, которую обычно говорят мужья, если жена застала в постели другой женщиной. Или нашла в спальне пивчик не своего размера. Но вы ошибаетесь, если думаете, что это скучно. На самом деле существует примерно 2947 вариантов причин, почему мужчина может оказаться в постели с женщиной. И из них примерно 415 очень даже не скучные. А причин для чужого лифчика может быть целый факториал. Вы знаете, что такое целый факториал? Могу объяснить. Нет. Лучше, сколько вы говорили там нескучных причин с постелью? 415. Вам рассказать? 415, говорите, да? Это будет для меня многовато. Расскажите лучше 10 самых интересных. Почему вы говорите, вам проще друг без друга? С ним было тяжело? Ну, не то, что проще. Не то, что проще, а как-то спокойнее. С ним было страшновато. Страшновато говорить. Он постоянно исчезал, переставал слышать. Вроде как сидит рядом. А я с ним говорю и не знаю, с ним или со стенкой. Какие обрывки моей речи до него долетают? Какие выводы потом сложатся из них в его голове? Особенно страшно бывало, если вдруг расскажу ему что-нибудь такое, знаете, сокровенное, чего никогда никому не решалось рассказать. А потом окажется, что как раз в этот момент он и не слышал. Или что слышал и даже почти запомнил. Только забыл, что это ко мне относится, и думает, что это из какого-то фильма было, например. В общем, я просто закрылась. Мне было страшно говорить. Я даже стала от этого заикаться и думала, уже никогда ни с кем не смогу. А вот с вами же я говорю, и мне не страшно, и я даже не заикаюсь, потому что знаю, что вы меня слышите. Да, вы правы. Скорее всего, этот пакет они мыли не из-за дождя. Мой папа умер, когда я была маленькой. Но я верила, что он слышит меня на небе, и продолжала разговаривать с ним еще много-много лет. А потом поняла, что это не так, что мертвые не слышат. И с тех пор люди, которые не слышат, кажутся мне мертвыми. А как же вы это поняли? Что они не... Да, что они по другой причине пакет моют. А, вспомнил, это же я сам понял, а не вы. Лучше скажите, вы умеете готовить рыбу? Может быть. Ну, значит, вам все-таки придется пригласить меня в гости. Я поймал ужин. Вот, тут мы и живем. Всегда хотела иметь дом с садом. А он вот раз и есть. Еда будет долго готовиться, можем пока провести экскурсию. А я здесь был. Только я думал, это заброшенный дворец. А это он и есть. Но тут никого не было. Вероятно, потому что нас не было дома.
Когда мы переехали в мае, поначалу жили в обычном гестхаусе, вроде вашего. А потом нашли это место. И стали играть, что мы привидения, и это наш дом. Так и живем, как привидения. Мы приходили, и Никита выбирал себе столовую, спальню, гостиную, игровую комнату для привидений маленьких. Это стало нашей любимой игрой. Мы приходили сюда каждый день, и всякий раз здесь, представляете, никого не было. Ни бомжей, ни туристов. Ну, нет, пару раз туристы все-таки заходили. Но видели нас и сразу как-то стеснялись, и мы вообще уходили. Может, думали, что мы тут действительно живем, или что мы действительно привидения. В общем, когда я обнаружила, что здесь еще и туалет каким-то чудом работает, купила электроплитку, и мы переехали сюда. Уже 3 месяца вот живем как настоящие. Пока меня все устраивает. Жалко, что нельзя быть настоящими привидениями круглый год. Это все-таки холодно. Так что скоро уезжать. Следующим летом, надеюсь, вернемся. Надеюсь, за это время ничего не случится с вашим домом. А что здесь может случиться? Ни с этим домом, ни с этой страной никогда ничего не случится. Это лучшая страна на свете. Здесь никому никого нет дела, кроме страха. Я думаю, вы правы насчет насекомых. Настоящие хозяева здесь именно они. И все это море и камни, все это принадлежит только насекомым. А местные люди, это вроде безобидных паразитов, присосались и тихонечко питаются, так чтобы лишь бы не высовываться, лишь бы насекомые их не заметили и не вздумали лечиться от людей. Так что за наш дворец можно не волноваться, никто его не выкупит, если вы об этом. А насекомые? Насекомые тоже не выкупят, им это не надо, они и так хозяева. Они живут у вас? Да, один кузнечик. Он у нас за дедушку. Мой папа играл на скрипке. Я рассказывала об этом Никите, и Никита решил, что дедушка был кузнечиком. Но кто-то его заколдовал в человека. А теперь мы здесь его встретили, и оказалось, что дедушка не умер, а просто расколдовался. Мама, спой мне про кузнечика. Хорошо. Сейчас вспомню. Надо американской скрипкой поиметь джаз. Ломался ямайский кузнечик по имени Джаз. Скакал пиццикатом, калечил колени локтями наружу, из кожи вон душу родил, было даже почти не лажал. Да только не гоже за зеленый торожей рожать. Неравно дышит скрипка полутону, неравно падло яблоко ньютону, и негры с белыми, конечно, не равны. Но где-то там, в американском лесу, под небоскребовым горем, неровных негров стада собирают, неровных белых корзин. Вот
Что, проголодался? Рыбку будешь? Пойди посмотри, уже готово, наверное. Тебе не обязательно уходить. А если Никита проснется? Иди сюда. Все хорошо? Да. Как звали твоего мужа? Так же, как тебя. А что, если с ним случилась амнезия, и он и есть я, просто не помнит? Ты бы мне сказала? Не знаю. Во всяком случае, не сразу. Мам, если мы коричневые, то я тоже стану дальтоником. И буду хорошо рисовать. Нет, оно просто коричневое. Послушай, я понимаю, что все это может казаться тебе паранойей, но они точно что-то замышляют против меня. Или, по крайней мере, очень сильно злятся. Знаешь, почему я боюсь насекомых? Вот именно поэтому. Сами по себе они не страшны, если это действительно они, насекомые. А что, если это не они, а они? Ты понимаешь? Никогда не знаешь, любое насекомое может оказаться ипостасью хозяина. И тогда каждое движение может быть фатальным. Хозяева — это не то, что люди. Пути и прихоти хозяйские неисповедимы. Любая ничтожная ошибка может оказаться смертным грехом. Вот ты говоришь, мы этому мужику жизнь спасли. Могли перевернуться, в травку выпустили. Но если это не жук был, а окоп и лаура, то тут уж дело хозяйское. Спасение жизни для хозяина может быть ничто, плевок в проруби. Скорее всего, в хозяйской счетной системе жизнь вообще не рассматривается как отрицательный множитель смерти, и, соответственно, наоборот, тоже не рассматривается. Более того, я думаю, что в их системе физический смысл вычитания жизни вообще не рассматривается, а то, что мы посмели притронуться и бросить, вышвырнуть за забор, оно может покарать за такое.
Может, мы планы его нарушили, посягнули. Я должен разобраться с этим здесь, пока не уехал. Потому что иначе оно догонит меня там. Но тебя-то оно карать не станет. Поэтому ты должна мне помочь. А почему это меня карать не станет? Ведь это я тебя убедила. Можно сказать, к богохульству подстыкнула или к хозяинохульству, как правильно? Потому что ты не ведала, что творишь, даже не догадывалась. А я все понимал. Я узрел в жуке хозяйское явление и все равно повелся. Они такое не прощают. Мне, к сожалению, опять пора. Стой, ты же можешь меня спасти. Но как? Я не уверен, что получится, но только с помощью тебя у меня есть шанс вымолить прощение. Ты должна все им объяснить. Я думала, это по твоей части все объяснять. Я имею в виду рассказать им все, как было. Что ты не знала про числа и насекомых хозяев, что уговорила меня отпустить, выпустить в траву, потому что не знала. Заступись за меня, пожалуйста. То есть я что, должна пойти к двум незнакомым людям и сказать: «Извините, я не знала, что вы число?» Да, и тебя простят. Но ты ведь сам сказал, что их прихоти неисповедимы. А вдруг меня не простят за то, что я не знала? Вдруг незнание у них считается еще большим грехом? Но у тебя ребенок. Детям они прощают все, даже отрывание лап или сжигание заживо. Дети жгут насекомых, но все равно как-то вырастают. Это факт. Средняя продолжительность человеческой жизни от 15 до 75 лет, в зависимости от региона и эпохи обитания. Следовательно, большинство детей, вопреки здравому смыслу, вырастают хотя бы до 15. Разумеется, не считая умерших сразу после рождения. Но новорожденные груднички еще не отрывают насекомым лапки, не сжигают никого, так что для нашего исследования не интересно. А остальные дети это делают, даже кое-что похуже. Не говоря уже о том, что дети просто непроходимо тупые и неопытные. А быть тупым и неопытным очень непрактично. И, следовательно, опасно для жизни. Тем не менее, выживают же. Значит, хозяева на их стороне. Другого логичного объяснения быть не может. Значит, они и тебя пощадят, потому что ты нужна своему ребенку. Откуда ты знаешь? Может, это как раз они не пощадили моего мужа? А у него, как видишь, тоже ребенок. Что они с ним сделали? Значит, ты все-таки веришь. А я сомневался. Думал, ты просто развлекаешься. Думал, я просто развлекаюсь, да? Что я не верю? И поэтому хотел меня подставить? Чтобы я пошла к ним и взяла на себя вину? Просто так, для развлечения? Злишься? Я правда рассчитывал, что тебя они должны простить. Но еще я просто трус, прости. Что они сказали? Сказали, что Бог простит. И что они не сдают больше комнат. Что они сказали? Что Бог простит и что не сдают больше комнат. А ты спрашивала про комнату? Ну, у них куча комнат. Вот именно. Что они... Это здесь такой ответ на все случаи жизни. Видят, что человек не в себе, и даже не слушают, что он там спрашивает или не спрашивает. А сразу говорят, да. Комнат больше нет. Не кори себя, ты был прав. Теперь они точно тебя оставят в покое, а меня подавно. Они, очевидно, решили, что я сумасшедшая, если сказали, что не принимают больше постояльцев. А к сумасшедшим хозяева относятся милосердно, так что все будет хорошо. Мы послезавтра уезжаем. Обратно, в Петербург. Я могу поехать с вами. Мне не обязательно возвращаться в Москву, я серьезно.
Это не очень хорошая идея. Послушай, я не ходила к Акопу и Лауре. Даже не собиралась. И насчет того, что ты меня подставляешь, извини, пожалуйста. Я все это так сказала, чтобы подыграть. Но, кажется, игра затянулась. Я говорю тебе это, потому что действительно хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Прощаемся с городочком. Вон. Пока-пока. Нас впереди город, остался позади. Когда ты вернешься в Москву, у меня там есть знакомый хороший психиатр. Я дам тебе его контакты. Мне нужен энтомолог, а не психиатр. Ты разницу понимаешь? Я да. Он пропишет тебе нормальное лекарство, и ты тоже поймешь разницу. И хозяева перестанут тебя мучить. Это невозможно. Невозможно. Я думал, ты мне веришь. Мне никто раньше не верил. Ты первая. Я не первая, я никакая, прости. Они убьют меня. Они найдут меня даже в Москве. Нет. В Москве ты вылечишься, и никто тебя не убьет. Если ты с самого начала мне не верила, почему слушала, идеи разумные подавала? Ну... Просто ты мне понравился. Слышишь? Я думал, она мне верит, а я ей просто понравился. Может, ты ей тоже просто нравишься? Мама! Он так и не сказал, кем работает. Я все могу объяснить. Надо американскую скрипку по имени Джаз. Ломался ямальский кузнечик по имени Джаз. Скакал пиццикатом, калечил колени локтями наружу, из кожи вон душу родил, была даже почти не ложал. Да только не гоже с зеленой-то рожей рожать. Он так хотел, чтоб вода падала наверх,
беда, да вот беда. Неравно дышит скрипка полутона, неравно падает яблоко Ньютона. И негры с белыми, конечно, не равны, но где-то там, в американском лесу, под небоскребовым горем, неровных негров стада собирают, неровных белых корзины. Так хотела, чтоб вода падала наверх, чтоб вода падут в дне. Давай воду, давай воду, давай воды. Давай воду, давай воду, давай воды. Давай воду, давай воду, давай воду.